Ребята, привет всем. Сегодня хочу показать вам, какой я себе нашел очиститель дисков. Вот, такой вот. Даже не знаю, можно его купить в интернете или нет. Кто хочет, можете посмотреть. Но лучше я еще ничего не видал. И сейчас покажу, как он чистит. Сильно ничего снимать не буду. Машину приехал, в принципе, мыть. Но просто хотел показать, чем сейчас мою колеса. Вообще обалденная штука. Все, погнали. Сейчас покажу, какие грязные диски. Потом забрызгаю. И да, обмоем водой. Все, выходим. Так, вот, ребят, взял тряпочку. И сейчас покажу, какие грязные колеса. Вот, да? Она даже вообще сухая. Вот такие грязные диски у меня сейчас в данный момент. Вот, да? Сейчас забрызгаем все и потом так же само проведем такой тряпкой, проведем, вытерем, посмотрим, насколько они будут чистые. Так. Забрызгаем колеса, потом моем машину, ну и в последнюю очередь потом уже будем обмывать, обливать водой колеса. Везде надо тщательно это все сделать. И потом это же самое колесо протерем сухой белой тряпкой. Главное все везде обмыть. Так, ребят, выехал из места, чтобы не блокировать людям. Вот, смотрите, вот здесь я плохо облил водой. Вот здесь я облил, вот, все чисто. Колесо чистое. Вот где плохо облил, он там еще остается. Вот это вот гель, его еще прям видать. Колесо чистое. Вот, в принципе, оно чистое. То, что вот это остается, где-нигде, это вот, видите, вот. Это остался, просто плохо облил. Ну вот, даже вон грязь под диску еще текет. Короче, чистит капитально, всем советую. Фотографию поставлю, если возможность есть у кого купить, просто советую. Все, ребят, на этом все. Если понравилось видео, палец вверх, подписываемся, пишем комментарий. Все, до следующего раза. Пока.